Упал с моста и плыл по Волге на льдине. Необычная спасательная операция развернулась сегодня утром на Нижневолжской набережной. Мужчину, оказавшегося посреди реки, сотрудники МЧС вытаскивали на берег около получаса. Чтобы подобраться к терпящему бедствие, им пришлось на лодке аккуратно грести среди плывущих льдин, а потом с помощью спасательного круга затаскивать тонущего из воды на борт. Спасенного передали врачам, которые диагностировали у мужчины сильное переохлаждение. Как горе-мореплаватель попал на льдину и был ли он на тот момент адекватен, не уточняется. Узнай больше о событиях Нижнего Новгорода на Первом городском телеканале. Следи за городом.